Друзья, всем привет! Вы на канале Зарина. Я Вика, и я твой онлайн-тренер. На прошлой неделе мы с вами выполнили тренировку, направленную на укрепление верхней части корпуса. На этой неделе я предлагаю качественно проработать нижнюю часть. Мы с вами будем укреплять мышцы ног и ягодицы. Для урока вам сегодня понадобится фитнес-резинка. И если у вас ее не нашлось, ничего страшного, выполняйте все те же самые упражнения, просто с весом собственного тела. Начнем мы с вами, как обычно, с разогрева. Далее будет основная часть, где каждое упражнение мы будем выполнять в течение 45 секунд. Будьте внимательны, потому что сверху экрана у вас появится таймер и подсказки с выполнением следующего упражнения. Если вы готовы, то перемещайтесь скорее на коврик, и мы начинаем. Друзья, мы с вами начинаем наш комплекс с активного разогрева. Поставьте ноги удобно, сделайте вдох, на вдохе настройтесь на урок. И с выдохом все сторонние мысли отпустите из своей головы. Мы начинаем смещаться с одной ноги на другую, выполняя шаг open step. Ставим точку правой и левой стопой чуть сзади. Руки двигаются вдоль корпуса. Корпус мы наклонили немного вперед, подтянули живот и раскрыли грудную клетку. Подгибаем колени. И смещаемся из стороны в сторону. Начинаем выполнять захлест. Пятку направляем к ягодице, колено в пол. Поднимаем колено наверх. Сильное бедро подтягиваем к животу как можно выше. Руки помогают движению, работают сверху вниз. Четыре, три, два, один. И внимание, наклон с ровной спиной. Мы прокручиваемся на тазобедренных суставах, выводим руки вперед, вытягиваем корпус, таз смещаем назад. И еще четыре. Три, два, один. Три пружины снизу. Три, два, один. Подъем наверх. И на пружине мы тянемся тазом как можно дальше за себя. И еще три, два, один. Подъем наверх. И последний раз. Три, два, один. Выполняем полуприсед. Пол амплитуды. Работают бедра. Сгибаем колени. Опускаем таз и опускаем бедро. С выдохом наверх. Еще 8. Выдох. 7. Выдох. 6. Наверх. 5. 4. 3. 2. 1. Опускаем руки вниз гармошкой. Расправляем ноги широко. Носки направив под углом 45 градусов, поочередно сгибаем правое и левое колено, смещаясь тазом из стороны в сторону. Вытяжение ищем по внутреннему бедру. 4, 3, 2, на правой ноге небольшая пружина. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, небольшая статика, держим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Разворачиваемся в правую сторону. Подтягиваем левую стопу ближе к себе, оставляя правое колено на месте. Сгибаем, разгибаем колено сзади стоящей ноги. Тянемся пяткой назад. Еще 4. Выдох. 3. Выдох. 2. 1. Левой ногой шаг вперед. Правую ногу выпрямляем. И с ровной спиной начинаем пружинить. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поворот вперед, корпус наверх. Правое колено сгибаем, копчик на себя. Вытягиваем правое переднее бедро. Держим 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Нога вниз и выпад в левую сторону. Таз тянем назад, вытягиваем внутреннее бедро. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Паузу держим. Держим. Таз тянем к полу. 4, 3, 2. Разворот влево. Подтягиваем правую ногу чуть ближе к себе и начинаем сгибать, разгибать колено сзади стоящей ноги. Еще 4, 3, 2. Правой ногой шаг к себе, левое колено выпрямляем, правое оставляем согнутым, пружиним. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поднимаем корпус, сгибаем левую ногу в колени, копчик на себя, вытяжение с левой стороны по бедру. Хорошо, делаем вдох, поднимаем руки наверх, с выдохом опускаем руки вниз, и мы с вами берем фитнес-резинку, приступаем к основной части. Берем с вами резинку, надеваем ее на центр бедра, и первое упражнение, которое мы будем выполнять в течение 45 секунд, это наклоны. Подтягиваем живот, руки складываем на плечи, прокручиваясь на бедре, уходим в наклон, на выдохе поднимаемся наверх. Вдох вниз, тянем таз назад, как будто хотим тазом толкнуть кого-то. И на выдохе разгибаем корпус. Вдох, чувствуем вытяжение заднего бедра, ягодиц. На выдохе напрягаем мышцы, поднимаем корпус наверх. А бедра погружаются в резинку и слегка толкают ее в стороны. Спинка опускается ровно вниз и также ровно приподнимается наверх. Вдох и выдох. Вдох и зажимаем на выдохе ягодицы. Затем мы расставляем ноги на ширину плеч. Колено направляя в сторону второго пальца стопы. Мы подтягиваем живот и складываем руки перед собой. Уходим в приседы, сгибаем колено, опускаем бедро до параллели, на выдохе, зажимая ягодицы, поднимаем корпус. Отталкиваемся обеими стопами от пола равномерно. Вдох вниз, выдох наверх. И не забываем, что куда направлен носочек, туда направлено и колено. Убедитесь, что в пояснице у вас отсутствует какое-либо движение. Вы прокручиваетесь на бедре, опуская таз к полу. Лопатки внизу, грудь раскрыта. И мы с вами идем дальше. Опускаем таз вниз, прокручиваясь на пятки. Носки направляем вперед, в диагональ. И разгибаем колено. Вновь опускаем таз вниз, носки вперед, в диагональ и поднимаемся. Не забывайте, что кор у нас все время работает. Живот удерживаем также в тонусе, низ живота у нас подтянут. Грудная клетка раскрыта. И последний раз. Отлично. Теперь мы будем выполнять 3 шага в сторону и на четвертый возвращаемся. 3 шага противоположной ногой в сторону и на четвертый возвращаемся. Как это выглядит? Раз, два, три, вернулись. Раз, два, три, на выдохе вернулись. Присед, 3 шага в сторону и приподнимаемся. 3 шага в сторону
И приподнимаемся. И еще успеем по одному разу. Раз, два, три. Вернулись и последний раз доделаем. Раз, два, три. Возвращаемся. Бедра встряхните. И мы опускаемся вниз на спину. Перекатом опускаемся вниз. Ставим ноги на ширине тазобедренных суставов. Резинку мы натягиваем. И на выдохе начинаем приподнимать таз. Напрягая мышцы живота, напрягая ягодицы и заднее бедро. И на вдохе опускаемся вниз. Поехали. Верхние точки у вас опора в лопатке. Вы можете помогать себе отталкивать таз руками от пола. Толкайте ногами коврик вниз. И на выдохе, зажимая ягодицы, приподнимайтесь наверх. Верхние точки у вас живот, таз, бедро находятся на одной линии. Выдох и вдох. Опустили, еле коснулись ягодицами пола и сразу же толкнули таз наверх. Не забываем, что бедра слегка растягивают резинку в разные стороны. Будьте внимательны, сейчас мы поработаем только одной ногой. Резинку прижимаем серединой левой стопы. Правая нога у вас на выдохе будет приподниматься наверх, на вдохе опускаем ногу вниз. Поехали. Выдох, левой ногой толкаем себя наверх, вдох, опускаемся вниз. И стопа, натягивая резинку, приподнимается наверх параллельно голень полу. Ищем у себя левую ягодицу, заднее левое бедро и работаем этими мышцами. И готовимся поменять. Правая нога прижимает резинку к полу. Левая стопа у нас сейчас будет приподниматься также параллельно голени полу. 3, 2, 1, поехали. Выдох, правой ногой работаем. Руками помогаем корпус протолкнуть наверх. В пояснице мы не гнемся. Живот сильный, кор работает. Хорошо. Ногами. Ноги поднимаем наверх, руки раскрываем в разные стороны. Стопы направляем носочками в диагональ, пятки в центре. Опускаем ноги, раскрываем бедра и на выдохе собираем пятки в центре. Вдох, выдох наверх. Вдох, выдох наверх. Если тяжело, вы можете облегчить себе задачу, поработать ногами согнутыми в колени. Любой вариант нагрузки комфортный для вас. Активная борьба с внутренним бедром, с ушками на бедрах. Распространенная проблема у женщин. Хорошо, опускаем ноги по одной вниз, раскрываем бедра в разные стороны, вспоминаем наш ягодичный мостик. И теперь на выдохе одновременно собираем бедра, поднимаем таз, на вдохе раскрываемся. Выдох, наверх.
И опускаемся вниз. Не забываем активно дышать, дыхание стараемся не задерживать. Мышцам нужен кислород. Все, 4, 3, 2, 1. Идем дальше. Снова берем с вами резинку, надеваем ее на центр стопы, поднимаем ноги в потолок, руки раскидываем в разные стороны и на выдохе, выполняя 3 пружины, разводим бедра по сторонам. На вдохе собираем ноги обратно. Выдох, выдох, выдох и вдох, собрали. Работаем внешней частью бедра. Сместили нагрузку для того, чтобы качественно проработать мышцы ног, ягодицы, мышцы крупные. Нагрузки должно быть достаточно. Сильный живот, не забываем про это. Поясница, мы не прогибаемся излишне. Хорошо, теперь разворачиваемся на 4 точки опоры. Резинку можно убрать. Следующее упражнение. Мы опускаемся на левое предплечье, руку ставим как на школьную парту. И на выдохе будем приподнимать бедро наверх. Будьте внимательны. Выполняя данное упражнение, у вас колени работают в одной плоскости. На выдохе приподнимаем ногу, держим небольшую паузу. На вдохе плавно, подконтрольно ногу опускаем вниз. И последний раз. Идем дальше. Мы вновь приподнимаем ногу наверх. И теперь колено тянем к одноименному плечу. На выдохе уводим ногу назад в диагональ, прожимая ягодицу. Вдох, нога к плечу. Выдох, увели ногу назад. Поехали. Вдох, нога к плечу. Выдох, назад. Вдох, нога к плечу. Выдох, длинная нога. Уводим ногу назад. Меняем стороны. Я развернусь к вам противоположным боком, для того, чтобы было комфортнее ориентироваться. Вы можете просто поменять стороны. Опускаемся на правое предплечье, левой рукой оттолкнули пол от себя, немного завалились в правую сторону и начинаем раскрывать теперь левое бедро. С выдохом колено наверх, со вдохом нога опускается вниз. Проверяем живот. Низ живота подтянули, зафиксировали, пупок подтянули к спине, застабилизировали центральную часть корпуса и работаем только левым бедром. Поднимаем ногу вновь над полом, подтягиваем колено к одноименному плечу и затем уводим ногу назад в диагональ,
зажимая левую ягодицу. 3, 2, 1, поехали. И выдох, убери ногу назад. Вдох, подтянули к плечу, на выдохе сместили назад. Нога работает коленом в одной плоскости. Не по полу вводим колено, да, приподнимаем его чуть выше. Хорошо, опускаемся вниз на живот. Руки складываем ладонью на ладонь. Опускаем лоб на ладони. И собираем пятки вместе, направляя носочки в разные стороны. На выдохе толкаем потолок наверх, на вдохе опускаем ноги вниз. Выдох, толкаем потолок наверх и вдох, опускаем ноги вниз. Наверху небольшая пауза, сразу же ноги не роняйте. Работайте усилиями мышц. Закончили. Толкаем таз назад, пятки и восстанавливаем дыхание. Посмещайте таз из стороны в сторону. Наша основная часть подошла к концу. Растянем немножко мышцы. Отдохнем. Разворачиваемся на спину. Стопы собираем вместе. Колени раскидываем в разные стороны. Наблюдаем, как под весом собственного тела вытягивается внутреннее бедро. Дышим глубоко, глубокий вдох и плавный расслабленный выдох. Собираем плавно колени снова вместе. И теперь левую стопу кладем к себе на правое бедро. Себя обнимаем за голень. Подтягиваем ногу как можно ближе к себе. При этом левое колено мы стараемся раскрыть больше в сторону. Аккуратно вытяните правую ногу, перекиньте левое согнутое колено через правую прямую ногу. У нас будет скрутка. Лопатки оставьте на полу и нижнюю ногу можно захватить левой рукой, добавив вытяжение в квадрицепсе правой ноги. Аккуратно раскручиваемся. Теперь правую ногу стопой кладем на бедро, захватываем себя за левую голень и колено стараемся увести от себя. Голень левой ноги мы тянем к животу. Выпрямляем ногу, перекидываем правую ногу, согнутую в колени, через левую прямую. Нижнюю ногу вновь мы сгибаем и захватываем себя за стопу. Дышим глубоко. Разворачиваемся через бок на живот. Толкаем руками себя наверх, правой ногой делаем шаг вперед. Вытягиваем руки наверх и сильными ягодицами проталкиваем таз в пол, в грудную клетку направляем в потолок.
Опускаем руки вниз. На выдохе правую ногу выпрямляем в колени. И поменяем. Левой ногой шаг вперед. Со вдохом таз толкаем сильными ягодицами к полу. Грудной отдел раскрываем. Направляем область сердца в потолок. Опускаем руки вниз. И на выдохе левую ногу выпрямляем в колени. Плечики внизу, вытяжение по заднему бедру. Хорошо. Вдох. Поднимаем руки наверх. Наполняем все тело благодарностью. С выдохом через стороны руки опускаем вниз. Еще раз глубокий вдох наверх. И с выдохом руки опускаем вниз. Друзья, мои ягодицы горят, бедра мои печет. Расскажите, как ваши дела, как прошла ваша тренировка. Обязательно напишите в комментариях и дайте, пожалуйста, мне обратную связь. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До встречи в следующем ролике.